Ай, прям ай. Ну что, слушаем. Как будто луна, в каждой капле вина, как пелена. Не передай тут мне никак то, что хочу, ведь так малоемкие слова. Пей, смейся, не бойся, не проси, пей, смейся. Я целую тебя в лоб полумесяц, и близится тьма и затмение, и мне не хватит и тысячи песен. Я боюсь не успеть, и я видел только крах, неуспех. Я глуп, я слеп, но я тру, все на свет, отраженный луной от поверхности рек. Прячешь волосы клипса, и солнце скрываешь собой, как эклипс. Но мне кажется, будто бы тьма без границы. Я ненавидел, но не смог тут испепелить все. И все так бесит, а ты лишь безжалостно смейся. Веселая ночь, пока все куролесят. Мне горло царапает серп полумесяц. Шею давит, что даже не спеть. Моя селена на шабаше ведьмы, под глазом сверкающей ночи. Я так безоружен и вне полномочий. С каждым разом лишь все недоступнее. Далекий сверкающий спутник, подай ориентиры, не дай тонуть мне. Снова запутался я на распутье, и пока не погиб молодой, под слезы луны подставляю ладони, чтоб сохранить тут хоть что-то потом. Я снова собрал 9 песен в альбом. Танцуй, танцуй, моя радость, танцуй. Танцуй полумесяц на поле тюльпанов. Луна, расцвети самым ярким бутоном. Богиня, что с неба упала. Танцуй полумесяц, танцуй. Танцуй полумесяц, танцуй. Водя за собой в темноту, веселись, но не плачь, умоляю. Ведь слезы тебе не к лицу. Танцуй, моя радость, танцуй. Танцуй полумесяц на поле тюльпанов. Луна, расцвети самым ярким бутоном. Богиня, что с неба упала. Танцуй полумесяц, танцуй. Танцуй полумесяц, танцуй. Водя за собой в темноту, веселись, но не плачь, умоляю. Ведь слезы тебе не к лицу. В руках телефон, я боюсь не успеть. Я одна нога здесь, я как телепорт. И мне так нелегко, я устал что-то ждать. Бесконечно смотреть монитор. Все вещи запачканы, двери на крышу вскрываю кусачками. Быть чуть поближе к холодному шару, мне кажется все-таки мне однозначным и странным отсюда. Вижу символы, знаки, вижу все то, что мне лучше не знать. И хотел научиться летать по ночам, чтоб поближе к луне, только лежа в кровати. И под ветер и грома раскат, мое сердце горит, и танцую костра. Я зависим и болен, и звезды все против, но лунная пыль самый лучший наркотик. И я глупый несу околесицу, на твоем теле печать полумесяцем. И пусть наш век будет очень коротким, танцуй. Танцую, я прошу тебя без остановки. Танцуй. Веночек и платье в ажуре, я сердцем клянусь, никому не скажу, что ты ночью под тени спустилась с луны, позабыв о богах, танцевала с людьми. И вихрем запляшет селена, и в свете огней заблестит диадема. Реальная, можно дотронуться пальцем, богиня луны, утонувшая в вальсе. Клянусь, эту ночь не забуду, и светят глаза, будто два изумруда. Но близится гений, пока не расстались. Рискну пригласить полумесяц на танец. Танцуй, танцуй, моя радость, танцуй. Танцуй полумесяц на поле тюльпанов. Луна, расцвети самым ярким бутоном. Богиня, что с неба упала. Танцуй полумесяц, танцуй. Танцуй полумесяц, танцуй. Водя за собой в темноту, веселись, но не плачь, умоляю. Ведь слезы тебе не к лицу. Танцуй, моя радость, танцуй. Танцуй полумесяц на поле тюльпанов. Луна, расцвети самым ярким бутоном. Богиня, что с неба упала. Танцуй полумесяц, танцуй. Танцуй полумесяц, танцуй. Водя за собой в темноту, веселись, но не плачь, умоляю. Ведь слезы тебе не к лицу. Танцуй. Ой, мне очень понравилось. Честно. Мне, во-первых, как бы бит шикарный. Прям очень атмосферный бит. Такой прям он погружает вообще. Ну, во-первых, как бы, вот если бы я просто этот бит услышала, я бы мне очень захотелось бы вот его тоже взять, что-нибудь на него придумать такое. А концов, ну опять же, тут, как бы, тут не то, что услышала, да, тут этот битмарь, вот этот,
в невесомости. Вот, битмейкер, продюсер из Екатеринбурга, даже не ведь это. Вот. Шикарная, шикарная работа именно по биту. И в конце вот это вот прям вот она вот так и нужна была кульминации. Может быть, конечно, где-то в середочке, может, затянута именно кульминация, то есть слишком долго ждать, скажем так. Ну. А, Кони. Ой, Кони. Девочка из Кони Айленд. Ну, как мы послушаем? Не, я не знаю, ну, как бы мы мало еще прикольно слушали. Но то, что четкое ощущение того, что у него очень такие непростые текста и посылы, это факт. Да. Так. Будто луна в каждой капле вина, как плена, не передать тум-ту мне никак то, что хочу, ведь так малоемкие слова. Смерть уже близка. Пей смеси, не бойся, не проси, а пей из смеси. Целую тебя в лоб, полумесяца близится тьма и затмение. Меня знает эта луна. Так. Какие-то отсылки очень знакомые. Очень знакомые. Такое ощущение на какой-то другой трек. Не исключаю, что перекнесть то, что были то, те же самые отсылки, где-то про Луну то же самое, что было. Мне не хватит 1000 песен, я боюсь не успеть. Я видел только крах, не успел. Я глупый, я слеп, но я пру все на свет, отражен в моем поверхности рек, пришел с эклипсой. Угу. Сон скрываешь с собой, как эклипс. Мне кажется, будто бы тьма без границ, я не думаю, тут. Ну, тут соотношение, да, то есть, видите, вот такая, как бы, метафора идет, да, то есть, вроде как и обращение к Луне, к таковой, но это и якобы, то есть, как бы для него символизирует, то есть, образ девы какой-то. Полностью связаны. У него что, сюжетная линия, получается, проходит между всеми альбомами? Крис, нет, еще МММФ у нас, к сожалению, еще мы не дошли, еще не было. Бежим смесь, все ночь, пока все лесят. Пингру царапать серп полумесяц, шею даешь, даже не спеть, мои вселенные шампу шевелим. Ага, плата же ночи. С каждым разом лишь все недоступны. Для Алексея не спит. Снова запутался на спать, и пока погиб молодой. Не погиб молодой, под слезы он подклеил, да, чтобы сходить тут. Что выпускает ровно 9 треков, выпускает альбом Eclipse. Угу. $7.25 за этот трек, да? Пока сейчас так. Будешь не успеть, я много здесь, и ее как терпеть мне так нелегко. Я стал, что ты бесконечно смотреть монитор. Так. Ну, я думаю. Вот в этом треке, как таковой, именно дайте я проверю, чтобы не ложануться. Нет, не совсем.
Вот за замысловатости, за замороченности в тексте, вот между со словами и вообще, в принципе, словами нету. Ну, как вот. Прикол здесь идет весь в тон, ну, так скажем, прикол. То есть вот это именно, грубо говоря, линия метафорическая, да, вокруг образа, с одной стороны. Вот две стороны одной медали. Вроде с одной стороны, как бы это, то есть луна к ней обращение идет, и она по факту как таковая можно, да, ее воспеть. Чему? То есть, и как свет луны, то есть это ночь, все такое, что-то может быть там, не знаю. Ну, блин, затмение вообще как бы нечастое явление. Магическое даже, да? И дева. Девы, что же такие разноплановые девы бывают, так скажем. Вот. Поэтому, конечно же, здесь замороченности в словах как таковой, ну, я лично не увидела, довольно-таки все более-менее понятно, лично доступно. В отличие, какие-то другие треки мы слушали. Но это красиво звучит. Это красиво звучит все, я так вам скажу. Так, что у нас остается?